Смартики, шахмат. Привет, мы на канале Смартики. Привет, друзья! Мы на канале Смартики, и сегодня мы будем учить нашего Илюшку названием шахматных фигур. А помогут нам в этом пластилин Плейдо и киндер-сюрпризы. Вот они. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, что у нас внутри в киндер-сюрпризах. Так, а для начала, девчонки, какую первую фигуру мы Илюшке покажем? Выбирайте цвет и мордашку. Вот эту розовую. Хорошо, давайте, Илюша, Илюша, доставай. Так, Катя, это мы в конце откроем. Катя. Открывай, Илюша. Так, Маша, можешь ему помочь чуть-чуть? Вот так вот убирай пластилин, и что же там внутри? Что внутри? О, король! Король! Это шахматный король. Илюша, запоминай, эта фигурка называется шахматный король. И теперь я. Теперь Катя хочет? Хорошо. Давай сюда Плейдо. Нет, Катя, эти мы в конце. Так, выбирайте другую какую-то мордашку. Есть зеленая. Бери зеленую. А Катя фиолетовую. Хорошо. Маша зеленую, Катя фиолетовую. Открывайте. А эта фигура шахматный король. А кто у Кати? У Кати ладья, а это ферзь. Вот эта фигура называется ферзь, Илюша. Хорошо, открывай красненькую. Катя, давай сюда свою ладью, покажем еще ребятам ладью. У меня сразу вылупилась. Вылупилась? Ну покажи, кто у тебя. Конь. Конь, давай сюда коня. Вот пластилин. Вот это вот шахматный конь. Так, вот наши фигуры. И осталось у нас всего две коробочки. Катя достала вот с этой коробочки с фиолетовым пластилином ладью. Нет, Катенька, эти мы в конце. Я вот такую синюю выбрала. Так, открывайте. И теперь ты здесь. Так, что у вас внутри, Маша? Пешечка. Пешечка! Давайте пешечку. И, теперь. И последняя фигурка у нас осталась оранжевая. Ну, Катя, давай посмотрим, что у нас в оранжевой коробочке. Что же там у нас внутри? Так, у нас внутри слон. Эта фигура называется слон. Да, теперь это можно лепить. Вот наши шахматные фигуры. Теперь Илюша и ребята, которые не знают названия шахматных фигур, могут их выучить. Это король, это ферзь, это фигура ладья, это фигура конь, это фигура слон, а это фигура пешечка. Ну, молодцы, ребята. Ну и теперь у нас главный приз. У нас есть вот таких вот чудесных три пластилиновых яйца. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Я выбираю зеленые. И внутри для юных шахматистов есть призы. А ну давайте, открывайте. А я открою Илюше. Так, аккуратненько пробуйте, открывайте, что же там внутри. Уберем вот этот ротик. Маша, что у тебя? Сядь, Маша, садись, а то тебя не видно. У Маши киндер-сюрприз. Катя, у тебя киндер-сюрприз. А что же у Илюши? Давай. У Илюши тоже киндер-сюрприз. Да. Так, смотрите, у Илюши нарисованы Анна и Эльза. А кто у вас? Держи. Мама. Маша, покажи. Садись, тебя не видно, Маша. Нарисованы. Вот еще герои с этого мультика. А у Кати Олаф. Так, и кто первый распечатает? Илюша, ты распечатал, молодец. У меня вот что, шоколадка. Шоколад? Шоколад. Илюша, у тебя тоже был шоколад.
А та внутри что у нас? Сюрприз? Илюша, давай посмотрим твой сюрприз внутри. Илюшу шоколад меньше всех интересует. Так, давай возьмем Илюшин сюрприз и посмотрим, что же там внутри. Так, вау, что это? Это вот какая-то вот такая деталька. Да, сейчас мы посмотрим на эту деталь. Так, вот такая деталь. Дальше у нас идет вот такая вот деталь. И инструкция. Так, что же это у нас такое? Вот такая вот прикольная штука. Судя по всему, она должна даже рисовать. Так, что, у нас больше ничего там нет? Ага, хорошо, мы сейчас еще соберем и посмотрим. Девчонки, давайте смотреть, что у вас. Так, Илюша, мы твой соберем и посмотрим. А смотри, что у меня. Так, кто у Маши? Вот такая какая-то штучка. Ага, ну все, давай собирать. Так, у Илюши просто яичко уже, да? А у Кати тролль. Это вот такая штука, смотри. Какая? Эльза. Это что? Катя, а что у тебя? Похоже. Так, у Маши должна получиться вот одна из таких бабочек, да? Так. Вот такая вот бабочка. У меня розовая. Розовая, да. А у Кати должен получиться... Вау, у Кати из Frozen должен получиться вот такой вот какой-то тролль. Да, Катя? Ты уже собрала? Так, теперь да, надо вот. Очекрывышко. Катя собрала. Есть один тролль. Теперь надо очекрывышко прикрепить как-то. А что, Илюш? У Илюшки получился вот такой вот пока непонятный, вот вроде бы как карандашик. Я... Нужно его собрать. Держи. Так, а у Маши нужно собрать крылышки. Так, где инструкция у нас? Ага, нам нужно было сначала крылышки, Маша, вставить. Илюша, ты хочешь Катиного тролля? Возьми. И вот это спечатать это. Вот и такая вот красота. Илюшка, а он не ходит. Маша, держи. Вау! Катя, посмотри, какая у меня бабочка. Какая-то. Понравилось? Ну, мама, помоги мне распечатать. Давай. Так, как у нас там по инструкции? Давайте посмотрим. Так, инструкция у нас вот так вот, да? Это мы должны защелкнуть. Бабочка. Защелкнуть. А дальше при нажатии. Так, тут, наверное, есть какой-то колпачок. А ну, Катя, подожди. Открываем колпачок. Слушай, у нас что? Оно должно писать? А ну давай попробуем. Катя, давай попробуем пописать. Точно! Смотрите. Вау, я тоже... Это ручка. Держи, Катя. Я хочу пописать. Так, вот у нас есть блокнотик с Винкой Пеппой. Давай попробуем на блокнотике написать, Катя. А ну, давай сюда блокнот. Я тоже хочу немного пописать. Пишет? Пишет. Отлично. Ну что, ребята, понравился вам такой урок? С киндер-сюрпризами и Play-Doh. Понравился? Да, очень. И мне понравился. Илюша, теперь ты будешь знать название шахматных фигур. Будем надеяться, ты хоть чуть-чуть запомнил. Ну что, ребята, если вам тоже понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, что было самое интересное. Киндер-сюрпризы, пластилин или шахматы. Пока-пока. Пока. Пока, Катя. Пока. Илюша, пока-пока. Пока.